Мистератор был очень пьяный на моем батле уже. Поэтому, когда я подошел после батла сказать ему, типа, чувак, гнойный утрировал, я не говорил, типа, что я пошлю нахуй Версус. Я просто говорил, что если меня поставят перед выбором, на тот момент мне казалось, что выберу ТНТ. Но Ритвелли Старта сказал, бра, да, забей, он тебя мог бы выбрать. Гнойный! Эрнесто, заткнитесь! Друзья, я постоянно в отрубе. Браво! Стой! Этот ебучий педик из тех, кому понравился Интерстеллар! Я читал, что у тебя на страничке рецензия. Эрнесто, это все как не он. Внимательно послушай, постарайся дать мне ответ. Как этот чертов мир станет твоим, если тебя может предать твой же собственный раб? Нахуй тебя, нахуй Версус, нахуй вместе с послушной толпой! Степа меня за меня!